18 сентября я непременно приду на избирательный участок. Я знаю, что мой голос очень важен для того, чтобы наша страна стабильно и системно развивалась. Страна, у которой великие традиции, великая судьба, страна, которую мы все вместе собрали из хаоса 90-х годов, смогла также уверенно идти вперед. И мы не должны позволить вергнуть ее снова в эту бездну. Поэтому я голосую за стабильность и развитие. 18 сентября 2016 года выборы депутатов Государственной Думы, депутатов законодательных органов и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Я выбираю будущее.